Всем привет! Я просто уверен, что многие из вас делают покупки в интернет-магазинах. И сегодня я хочу рассказать о том, как вернуть со своих покупок 8,5% кэшбэка. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Он сотрудничает с такими крупными магазинами, как AliExpress, Ozon, Banggood и GearBest. Суть проста, вы совершаете покупку в этих магазинах, а EPN Cashback платит вам за это 8,5% от вашей покупки. Никаких вложений, никаких обманов, сам пользуюсь и вывожу деньги на электронные кошельки. Но об этом я расскажу чуть позже. А сейчас я хочу вам рассказать, как зарегистрироваться в EPN Cashback. Для регистрации вам надо будет перейти по ссылке, которая будет в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы попадаете вот на такую вот интересную страничку. Дальше все просто. Нажимаете «Присоединиться». И вы еще, когда вводите промокод, получаете возможность получать кэшбэк 10,5%. Все, нажали «Присоединиться», перешли на страницу регистрации, и здесь стандартная форма. Пишем e-mail, придумываем пароль. E-mail лучше писать рабочий, потому что вам надо будет еще подтвердить регистрацию, но об этом чуть позже тоже. И вводим промокод, который будет тоже под этим видео. Введя промокод, вы получаете возможность получать 10,5%. Напоминаю вам об этом, так что не забудьте про промокод. И после завершения регистрации перейдите в свой почтовый ящик, как я вам уже говорил, и там будет ссылочка для активации личного кабинета. Ну вот и все. Мы зарегистрировались, перейдем в личный кабинет, и давайте я вам расскажу, как упростить получение кэшбэка. Для этого первым шагом надо установить плагин для облегчения получения кэшбэка. Нажимаем на кнопочку «Плагин», и у вас появляется расширение для браузера. Здесь расширение есть практически для всех существующих браузеров. Устанавливаем его. Я установил себе на Google Chrome, так как я пользуюсь Google Chrome. И у меня он после установки появляется вот тут вот, в верхнем правом углу. Все, плагин появился. Теперь давайте перейдем к примерам. Зайдем на сайт AliExpress. Выбираем любой товар. Выбрали товар. Вот у нас страничка с товаром. Теперь нажимаем на плагин. И появится вот такое вот окошечко, где нужно нажать на «Активировать кэшбэк». У вас открывается новое окно, и вот уже в этом новом окне вы можете приобрести товар с кэшбэком. То есть нажали на «Активировать кэшбэк», открылось новое окно, и при покупке вот в этом новом окне у вас идет кэшбэк. Так, но это еще не все. Также можно сделать и по-другому. Мы заходим на AliExpress, копируем ссылочку товара, переходим в личный кабинет, и вот в новом личном кабинете есть такое вот окошечко. Сюда вставляем ссылку на товар и нажимаем «Купить с кэшбэком». После того, как мы нажали «Купить с кэшбэком», у нас появляется ссылка, пишется, что есть возможность кэшбэка, да, и сколько процентов у вас вернется. Нажимаем «Перейти к покупке», и вы также попадаете на страничку, где уже можно купить с кэшбэком. Ну, на этом все. Что будет непонятно, обращайтесь, пишите в комментариях, я вам все объясню. А теперь о выплатах. Для выплаты вам надо в личном кабинете зарегистрировать ваш кошелек. Здесь есть 10 различных возможностей, куда можно вывести деньги, вплоть до счета на мобильном устройстве, Билайн, Мегафон, на карту, на WebMoney. Много разных способов для вывода денег. Вот и все, регистрируем кошелек. Теперь нам надо накопить $10, так как выплаты идут до $10. И заказываем выплату. Ну, на этом вроде все. Что вам непонятно, пишите в комментариях, я все обязательно объясню. В следующем видео я вам расскажу подробнее о регистрации в EPN Commerce. Это уже немного другая структура. Это для работы веб-мастеров и блогеров. Но это уже в следующем видео. А сейчас всем пока. До следующего видео. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на канал.